Приветствую всех, друзья мои. Немножко изменился у меня антураж за спиной. Ну, что-нибудь интересное придумаю. Думаю, вам понравится. Дело в том, что у нас в Болгарии наступила зима. Ну, не морозы и не бураны, но все равно плюс 8, 6, 8 как-то не очень комфортно. Поэтому на время зимы в Болгарии я перебрался жить в лето в Аргентину. Я сейчас живу в Буэнос-Айресе, поэтому вот в съемной квартире здесь пытаюсь как-то обустроить свой офис. Но в любом случае я также веду приемы и также делаю полезные, нужные видео для вас. Здесь же я буду проводить прямые эфиры, то есть пока из Буэнос-Айреса. Так что всех тех, кто меня потерял и пишет, хочу порадовать тем, что я никуда не терялся. Просто очень длинный перелет, который составлял больше суток. Плюс ко всему, у меня здесь время от Москвы минус 6 часов. То есть, когда у вас утро, у меня еще ночь. Вы встречаете день раньше. Ну, это тоже не проблема. Времени о практиках целительных, о диагностике, о прямых эфирах и прочем тоже можно договориться. Понемножку сброшу вам интересное видео, надеюсь, интересное видео и фото о перелете. Так что, друзья мои, мы вместе. Я летел через Панаму, покажу вам немножко в Панаме фотографии. Вот, а из Панамы уже в Аргентину. Ну, так что перебираюсь из зимы в лето, чего, собственно, и вам желаю. Это к разговору о том, как исцелять и зарабатывать. Я никогда не рассказываю о том, чего не знаю и не делал сам. Все то, что я даю вам на своих занятиях, на своих вебинарах и на своих курсах, это только моя практика.